Всем привет! Мы продолжаем порождение колонизации игры «Колонизация Марса» в режиме кампании. Ну что мы выяснили? Мы выяснили то, что проще всего добывать камень в таком очень своеобразной методикой. Ломать вначале отбойником. Отбойником камень, и только после этого грузить его на наш марсоход. Ну, давайте попробуем. До этого мы там не очень удачно начали, и понимаете, так, идет загрузка. Загрузка, все, 79%, кстати. Ну, давайте откинем пока. Питание. Так. И поехали. Ну, то есть, получилось не совсем удачно. Завалило камнем. Пришлось перезагружаться. Такое тоже бывает. Ну, сейчас подъедем вон к гряде к этой. Переломаем все, что можно будет переломать. Заодно прокачаем очки. Понимаете, у нас проблема. У нас механика вообще абсолютно не прокачана. Вот такая бывает ситуация. Так, стоп. Интересно знать. Давайте. Угу. Не, смотрите, может он захватить этот. Это мы тут. Ух ты, близит ли он? Как это вот будет выглядеть? Смотрите. Ай. Ужасно. Ну, колоть его пополам надо. Бросаем его. Может, сам расколется? Вот, давайте поменьше тогда возьмем. Вот. Ну, такая технология. Так, а ну-ка, секундочку. Вот так. И так. Кстати, обратите внимание, он сразу закрывается. При езде этого марсохода. Он сразу закрывается. Дверь-то вот это, конечно. Да. Как бы самого не схватило. Так. Готов к загрузке, главное, но... Вот таким планом. Мы его пытались загрузить, он у нас не вошел в кузов. Даже как нас так придавило-то, а? До сих пор понять не могу. До этого все было хорошо. Значит, надо быть аккуратней. Угу. О, какие глыбы тут. Глыбищи. Может быть, он на склоне вот так такое происходит. Так, сколько времени? Ну, вечереет. Ну, сейчас переночуем и продолжим наше дело. Темное. Да. Вот такая. Какая-то вот прямо вот. А этим колоть это, конечно, не совсем удобно. Вот, я не знаю, как-то не продумано. То есть, по идее, он должен, не знаю, взрывать это все, что ли. В мелкую пыль. О, как глыбы эти.
Так. Такое вот такое. Угу. Со всех сторон, как этот. Как главное, чтобы не придавило. Так, ладно. Сейчас с этой стороны еще попробуем. Ну, все, в принципе. Ну, сколько загрузим, столько загрузим, да? Как вы думаете? Я думаю, так. Что теперь тут? Вот такие глыбищи. Ладно. Вперед. И вот так, короче, бегает по этому полю и... Угу. Вот. Ну вот смотрите, он должен вот схватить эту глыбу и как-то вот положить в кузов. Ну вот, получилось наконец-то. Так. Нет. Угу, тап. Подлагивает, конечно. Ну, что делать? Сейчас мы боковой свет включим. Что-то тут, ух, как он так разгоняется. Что ж ты разгоняешься так? Интересно знать. Так. Не, он вообще этот кусок он никак не зацепить ему. Ну, зато вот этот мы схватили. Сейчас мы освещение включим. Угу. Где у нас тут? Электроэнергию жалеть мы не будем. Фара крана. Все, мы по полной. Угу. Транспортный режим. Заблокировать дифференциал тут. Интересная, прикольная тема. Давайте так. Угу. Чуть-чуть. Так. Так. По-моему, все отлично работает. Я не знаю, что тут. Сколько тут еще надо этого грузить? Я не дотягиваюсь. Угу. Давайте подъедем чуть-чуть. Или хотя бы знаете, что мы сделаем? Расколотим вот этот глыбу эту еще. Ну, пока спать. Угу. Да. И прямо здесь заночуем, если что. Кто нам запретит? Никуда мы не поедем. Вот тут. Вот в таком виде все. Угу. Ну да, давайте. Сколько по максимуму мы загрузим, столько и загрузим, да? Я так думаю. Вот, отлично. Так. Ну, чуть-чуть не дотягивается. Жалко. Так.
Конечно, тут это недоработка. Стоп, 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 стоп. Вот он да резко так, а? Вот, давайте вот так, назад чуть-чуть. Все, стоп. Посмотрим, сколько у нас загружено. Ну, у нас, вы смотрите, обратите внимание, у нас уже больше половины, да? Угу. Угу, отлично. Ну, потом мы построим дробилку. Так, вот. Все камни в округе соберем. Ну, не дотягивается он. Ладно. Стоп. Угу, переключился. Чуть-чуть вперед. Вот и так, смотрим, схватит он, не схватит эту штуку. Нет, по-моему, нет, не хватает ему. А нет, смотрите, все, думаю, тут уже с избытком, да? Еще у нас тут нет, мы не дотягиваемся. Кстати, прикольная штука, фара этого крана. Ладно. Давайте смотрим. Стоп. Так. Тап. Вот у нас впереди тут камень. Не, мы его не зацепим. Давайте еще чуть-чуть вот сюда, поближе. Тут. Но он так быстро разгоняется, кстати. Тоже есть свой момент. Переключаем. Вот. Ну, думаю, тут мы уже загрузили, да, сколько могли. Все. Все, давайте в транспортный режим. Вернее, знаете что? Так, мы сделаем вот так. Так, делаем мы транспортный режим. Задних заблокировать. Дифференциал. Нет, это все не то. Здесь у нас. Все, выключаем. И отдыхать. И поедем строить дробилку. Так, сколько у нас жажда? Вода. Еда, инвентарь. Так, хорошо. У нас здесь есть в резерве вода. И отдыхать. Так, кислород. Употребить. Употребить, это уже нами изготовлено все. Отдыхать.
Ну, сейчас расцветет, и поедем уже на базу. Вот такой дом на колесах. Ну, тут же... Все отлично. Угу. Все, поехали. Он выкручивает тут. Выбуривает. Да, нам надо где-то придумать, поставить дробилку. Ну, сейчас мы сделаем все это. Дробилочку эту. Ну, нас интересует вода. Вот так. Аппарат мы поставим на зарядку. А, нет. Ну, да. Ну, посмотрим, короче. Может, рано еще ставить. Так. Кислород. Угу. Быстро как все. Инвентарь. Так. Угу. А нет, не понял. Тут это. Все. Так, кислород. А, еще воду заправим. И потом кислород заправим. Как удобно тут все. В этом отношении. Ой, достаточно воды. Нет, вот кислород. Все, давайте посмотрим, сколько у нас тут. Уже он намолотил. Ну, 112 литров кислорода. Это на одну зарядку практически полная марсохода. И 225 литров воды. Супер. Так. Угу. Сюда перекинем. Все, смотрим, сколько у нас. Да, полный у нас. Так, где у нас тут шнур этот? И мы пойдем строить дробилку. Ну, запитаем ее, естественно. Угу. Где там шнурок? Вот, пусть заряжается. Сколько мы поставим тут на зарядку у нас? 10. Ну, 10. Давайте 20. Аж 30. Вот так. Пусть заряжается. Быстрее будет. Угу. Вот где-то здесь мы будем строить эту дробилку. Так, посмотрим, что у нас тут в чертежах. Ресурсы, вот, это у нас маленькая дробилка. Угу. Средняя монтажная плата потребуется, маленькая труба, алюминиевая пластина. Так, маленькая труба, алюминиевая пластина. Ну, сейчас мы здесь заберем это все с нашего марсохода. Так, маленькая труба. Стальная, солнечная, вот алюминиевая пластина. И средняя монтажная плата. Но это уже здесь. Голод. Забираем, ставим. Потом нам нужно будет еще поставить... Все выросло. Потом нам нужно будет... Так, вот здесь у нас средний, сколько я помню, инвентарь. Средняя монтажная плата.
тут у нас все хорошо. Да. Ну, давайте. Ну. Нет. Все-таки не могу удержаться. Тут эти дальние походы. Тут, в принципе... Ну, давайте так, быстро. И потом возьмем сейлку. Посадим, и пусть оно растет, а мы будем пока заниматься своими делами. Поставим дробилку, и будет все хорошо. Запитаем ее. То есть нам нужно будет поставить аккумулятор. То есть мало еще. Давайте быстрее. Так. Применить. 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 Так, больше нигде ничего не вижу. Нет. Угу, хорошо. И сейлку. Инвентарь. Потом вернем. И потом вернем холодильник. Ну, тут у нас автономно все работает. Все, это на место. Средняя еще нам будет нужна малая монтажная плата. Для чего? Сейчас объясню. Здесь у нас малая монтажная. Мы там хотели бы поставить еще... Так, или мы здесь уже перекинули? Ну-ка, сейчас посмотрим. Нет, нет, нет. Инвентарь. А, нет. Еще пока у нас прям впритык. Вот так. Нам нужно будет построить солнечную панель среднюю и... Быстрее. Так, что нам нужно? Нам нужно поставить так все это, чтобы можно было ездить вот прям насквозь это все проезжать. Угу. Так, инвентарь. Нет, не то. А, чертежи. Вот, дробылка. Ух ты, елочки-моталочки. Так. Ох, смотрите, обратите внимание. Угу. Ну, примерно где-то так. Маленькая дробилка. Ничего себе маленькая. И это, говорит, маленькая дробилка. Ничего себе. Уж высоко его, конечно, взлохматил. Ну, как есть. А, тут еще у нас... Так, потом здесь нужно будет рядом поставить аккумулятор. И знаете что? Еще среднюю солнечную панель. И все будет отлично. То есть все как бы два в одном. Вау. Гречка. Так. Ух. Техника. На грани фантастики. Тут прыгать-то можно? Ничего себе, а. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка. По-моему, высоко ее задрал. Как вы думаете? Да, я думаю, что высоко. Давайте. Все-таки мы переделаем ее. Высоко. Высоко. Вот с этой стороны, видите, прям вот уже впритык. Он должен быть четко все. Съезд должен быть очень грамотный. Ну, давайте. Пониже его, конечно. Это я уж тут от души погорячился. Угу.
Это, говорит, я погорячился. Ну, давайте чуть пониже поставим. Почему? Потому что, ну, в принципе, зачем он такой? Прям, видите, тут съезд. Обратите внимание, ну вот это что это такое? Тут, я говорю, высоко тоже, как и не камильфо. Слишком хорошо, это уже нехорошо. Давайте заново. Попытка номер два. Поэтому, ох, как ее тут крутит. Да что ж ты будешь делать, а? Прифукнулась. Ну, а что так? Угу. Вот, мы подняли вот на такую высоту, да? Ну, это неправильно. Ну, наверное, вот так это все будет. Нет, ну это тоже слишком низко. Вот, давайте вот так. Хотя, в принципе... Нам-то что? Даже, может быть, чуть вот так. Все. Ну, вот это вот... Ну, тут можно... Ну, не знаю, тут экспериментировать. Ну, в принципе... Ладно. Пусть будет. Пусть будет так. Смотрим с той стороны, что у нас съезд нормальный, человеческий. Да. Все, теперь более-менее хорошо. Ну, как говорится, не с первой попытки, но построили эту дробилку маленькую. Вот чуть ли там выше этого здания мастерской. Маленькая дробилка. Будем дробить. Будем заниматься дроблением. Вот так. Все. Вот, что у нас здесь будет? Здесь у нас будет... Ага. Жалко, что невозможно поставить солнечную панель прямо сверху. Тут взлохматить это все дело. Вот у нас предохранитель. Розетка. Вот тут, скорее всего... Так, инвентарь. Нет, нет, нет. Чертеж... Давайте быстрее. Электричество. Угу. Вот так. Или нет? Давайте с этой стороны, может быть, поставим. Или вот с этой. И вот давайте с этой. Он как-то не очень. Не хочет он тут. Странно, ну ладно. Вот давайте так, между. Почему-то он ошибочно пишет малое. Но это далеко не малое. И вот здесь мы поставим... Да, у него тут свет падает на нее, все хорошо. И здесь мы поставим аккумулятор. Инвентарь. Да что ж такое? Инвентарь, чертежи. А, трансформатор нам не нужен, аккумуляторная батарея. Да, все у нас есть. Нет. Все есть. Ну, чего-то не хватает, да? Вот так. Вниз ее. Да, если что, тут можно будет еще... Угу. Ну, в принципе, ее должно одной хватить. Ну, ладно, посмотрим. Попробуем зарядиться.
Да, все в работе. Замечательно, просто все хорошо. Давайте поставим сюда кабель. Ура. О, вот это грусть, печаль. Мы не готовы к этому метеоритному дождю. Ну-ка. Тут может все разнести в пыль. Ну, что делать? Будем как-то все это восстанавливать. Так. Угу. Посмотрим. Давайте, знаете что, посмотрим, сколько тут. Нет, не так. Давайте посмотрим, сколько наша дробилка должна потреблять. Нет питания. А, 10 киловатт. Ну, отлично. Опа, он тут прыгает, как хорошо. Отсюда он поставит ее? Нет. Нет, давайте сделаем так, заберем. Лучше так, 5. Не хочет он почему-то, а? А не, все нормально. Я тут погорячился. Так, 10. Ставим десятку. 10 киловатт. 36, отлично. Вот этого, в принципе, ну можно, конечно, еще одно расширение тут. Ну давайте, на всякий пожарный случай. Так, чертежи. Улучшение. Ну, у нас есть возможность. Давайте. Оставим. Ну, то, что надвигается метеоритный дождь. Ну, по-моему, пока у меня защиты от этого нет. Ну, что делать? Все, посмотрим, что у нас тут. Вот сюда. Всю руду. Угу. Так, сюда кабель. Это у нас алюминиевая пластина. Тоже алюминиевая пластина. Объединяем. Трубу эту. Стальная пластина у нас осталась. Одна такая. Ладно. Все, поехали. А вот метеоритный дождь. Как грустно. Вот смотрите, это все может нам тут разломать. Грусть, печаль. Ну, давайте пока нам все тут не сломало. Попытаемся выгрузить это все. Потом, может быть... так, секундочку. Я прям тут так закручиваю это все. Ну, что я могу сказать? Метеоритный дождь. Это такие камни с неба жестокие. Ну, не знаю, что останется там. Вот. Стоп. Тут разогнался так, а? Вот это лучше вот так. Сверху, как бы. Ступень малая. Не свалиться тут с нее. Стой, 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 это прям... Ну что за привычка такая? Разгоняться. Стой. Заблокируй дифференциал. Это надо тут, не знаю, прям заезжать. Прям вот так с размаху стоять. Опа, стоп.
сейчас, что ты назад? Все. Так, разгрузить. Вот так. Угу. Все. Да, высоко это не всегда хорошо. Ладно. Все. Так, батарея у нас до конца так и не зарядилась. Давайте подъедем сюда. Так, выходим. Угу. Со всех сторон, как этот. Все заряжается. Ну что я могу сказать? Тут все может разломать. Вот все реально. Ну. Ну еще пробежимся тут. Тут мы тут кабель вытянули. Обмотали, а ну-ка. Так, прогноз погоды. На этой так ожидается метеоритный дождь. Ну... метеоритный дождь. Вот это все тоже может сломать, переломать. Ну, потом это все перенастраивать. Water refilled. Так. Oxygen refilled. Кислород у нас все есть. Угу. Стемнело у нас. Да, конечно, пониже надо ставить это все безобразие. Почему? Потому что, обратите внимание, заезжать, конечно, тоже не камильфо. Так что, чем ниже, тем лучше. Угу. Ночью она, чувствую, разрядится, эта вся тема. Давай посмотрим. Что у нас тут? Ого, недостаток сна. Сейчас будет нам тут недостаток сна. Отдохните немного. Ну давайте отдохнем немного. Перед бурей. Пока не началась. Вот когда она начнется, тогда уже тут не поспишь. Спать. Warning. Weather alert. Meteor shower expected. Incoming meteor shower. Suit power 75%. Да. Warning. Ох, берегись. Конечно, берегусь. Ну давайте, открываем все. Ничего себе. Вон, смотрите. Ой, елки-моталки. Ай-яй-яй. Надеюсь, мимо. Вот такие удары. Тут прилетит метеоритом, все тут. Мало не покажется. Вот летят эти камни. Такой спрятался в домике. Это надо в куполе наблюдать за всем. Ох, только пыль столбом. Все, ура. Прошло мимо, по-моему. Ну, это просто чудо. Ну, все, давайте так. Давайте свой... и отдыхать. Закрываем.
марсоход. Все, мимо нас. Все, отлично. Так, смотрим, как у нас тут. Да, все заряжено. Давайте отдыхать и поедем снова. Добывать ресурсы, пусть будет. Но нам повезло, просто повезло. Хоть кому-то повезло. Все отлично. Супер. Хорошо. Так, открываем. Так, у нас там все отключено, все выключено, все хорошо. Угу. Жажда, голод. Так. Вообще тут длинный такой кабель. Не знаю, потом подсоединим по нормальной схеме. Так, инвентарь. Угу. Электроника у нас осталась. Употребить. Ну, давайте еще тогда один заход сделаем. Быстренько заодно покачаем. Так, посмотрим технологическое древо. Почему с механикой? Ну вот обратите внимание, что это такое, а? Материалы тоже из такой же. Ну электричество, да, ботаника. Мы, ну, эти овощеводы. Механика вообще в ноль. Так как надо тут? Ай. Как тут надо чего добывать? Ну, поехали. Тут у нас есть тут места профессиональные. Где нас загубило это все. Так, а ну-ка, вот это что? Вот почему он не может взять вот этот камень? А ну-ка. Ну все, в принципе. У нас есть отбойный молоток. Сейчас будем тут все колошматить. Налево-направо. Вот так. Очки пошли. Ну вот, надо, конечно, сканер прокачивать. Вначале все просканировать тут. Ух ты. Вот так попытаться просканировать. Надеюсь, не промахнемся. Где-то на каком камне мы сломались, я не помню сейчас. Можно, конечно, третий отбойник прокачать. Но насколько он эффективен. Так. Просто на самом деле очень неудобно. Может, конечно, какой-то секрет нужно знать еще. Хитрость какую-то. Не знаю. Так, дальше. Запрыгнул этот камень. Не говорю, меня там придавило тогда прям скалу этой. Ужасно.
Ой, что ты тут? Будешь падать? Нет? Я подпилить с этой стороны тебя. Вау. Все. Давайте так. А, готов к загрузке, кстати, обратите внимание. Ну, давайте. Посмотрим, сколько там осталось у нас. Тоже, надеюсь, готов к загрузке. Так. Метеоритный дождь мы пережили. Вот это очень было, как бы, потому что все это переломать, эту базу, это вообще, это растереть одним булдыжником, метеоритом этим. Так, с той стороны. Сейчас подъедем, будем собирать уже. Ну и сколько соберем? Загрузки. Ладно. Где наш великолепный марсоход? Замечательный. Ну да, высоко, конечно, задрал эту. Ну ладно, ничего страшного. Так. Так. Угу. Все, давай. Замечательно. Поехали. Так, ну-ка. Странно. Ладно. Так. Угу. Угу. А это что, почему он его не забирает? Не хочет. Совсем. Ладно. Так. Угу. Поехали. Тому, чего мы можем забрать. Ну, подлагивает, конечно, ну что делать? Опа. Стоять, стоять. Назад. Что ж прям такой резкий-то? Зажужжал. Какая глубища. Угу. Так. Нам эти ресурсы, конечно, будут нужны. Вот, но мы тут не собираемся это самое с утра до ночи копать. Мы сейчас отправимся. Ну, не сейчас. Сейчас выкопаем это все. Заполним. Задачим дробилку нашу. Вот так. Угу. Так что все-таки рекомендую бить вначале молотком. Потому что это все как бы хорошо. Нет, чуть-чуть отстает. Нет, ну можно, конечно, чуть-чуть поближе подъехать к этой гряде. Вот так. Зажужжало. Так. Угу. Не хочет, да? Так, а ну-ка, секундочку. Не, ничего не зацепить не может, да?
что тут совсем все грустно. Почему-то он здесь не хочет. Его тут не устраивает. Oxygen 75%. Так, что он тут хочет? Так, жажда, не жажда. Все, выходим. Не, что-то его не устраивает. Обратите внимание, а? Вот это все безобразие. Ладно. Не готово оно к загрузке, получается. Да. Идентифицировано. Так. Так, а это у нас... О, готов к загрузке. А этот? Я. Вот так нам только определяться можно. Готов этот? Не готов. Так, а тут у нас... Готов к загрузке, готов к загрузке. Интересно. Интересно. Готов к загрузке. А этот? Нет. Угу. Тоже не готово. Вот так и определяем. Что готово, что не готово. Давайте быстрее, быстрее, быстрее. Так, смотрим. По технологическому древу, ну наконец-то. Вот детектор изучаем. Вот потом нам нужно прибор ночного видения и потом детектор третий, и потом мы модернизируем. Что за пульт дистанционного дистанции управления? Это как бы дело такое для любителя. Можно, кстати, смотрите, без стола мы можем изучить третий отбойный молоток. Ну давайте пока загрузим все это дело, смотрим, сколько у нас пол. Угу. Все, давайте так. Ну как мы уже прямо как эти профессионалы. Мелочь, а приятно. Стреем. И вот на дробилку все это отвезем. Ой-ой-ой, не зацепил. Так. Готов к загрузке, да? У нас дробилка сейчас зарядится. Ну и будет все хорошо. Прям таким кончиком. Самым-самым-самым на кропалях, можно сказать. Да. Ой, так, я что-то захватил, не знаю, куда нет. Господи, промахнулся, а? Кела, Телла промахнулся. Кела промахнулся. Вот, теперь все нормально. Прям каждую тут, каждую глыбу. Ну что-то я не могу... А, вот. Что-то я не вижу. А, вот. Теперь все нормально, должен схватить его. Нет. Ладно. Фиг с ним. Фиг вам, и горит, рисует. Все. Так, ну пока. Ну это ладно. Меня вот это больше интересует. Что якобы оно писало, что готово к загрузке. Ну посмотрим сейчас.
Интересно. Точно, смотрите. Вот эту глыбищу он сейчас... Нет. Якобы... Ох, какая красота. Ну, получится, ничего не получится. Ну, не знаю. Вау. Вы видели? Я сам. Пол скалы схватил. Угу. Ну, все, значит, эта система работает. То есть смотришь, готово, не готово. Так. Нет, чуть подальше. Так. Нет. Мы уже тут руку-ногу набили. Опа. Все. Мы уже тут очень даже неплохо разобрались, как это все работает. Так, давайте вот эту захватим. Все. Так. Тап. Все. Походный транспортный режим. Все идет замена насадки. Ой-ой-ой. Тут. Ну-ка. Что-то тут ему помешало, да? Все, давайте на дробилку. Аккуратненько будем заезжать. Прям как эти. Так, помедленнее. Чуть помедленнее. Все, разгрузим. И все, в принципе, у нас как бы получается. Давайте возьмем этот вид. Ой, ну он так вот заходит, как этот. Стопы. Ну, есть у него такая тема. Стоп, 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 стоп. Вот тут где-то, да, разгрузка. Стой, да что ж ты? Вот. Ну где? Вон красное это. Оп. Да что ты будешь делать чуть-чуть? Вот. Нажимаем разгрузку. Все, отлично. Давайте съезжаем. Закрыть. Вот он как у нас. Да, конечно, может быть тут и зарядку поставить. Ну, посмотрим. Мы, у нас как бы все хорошо в этом отношении. Ну, все, давайте так. Ну что, будем готовить наш... аппарат дальнему походу, как вы думаете? То есть кислород у нас есть. Сейчас только осталось энергии зарядить. Угу, посмотрим. Хотя нам бы сканер. Это было бы оптимально. Пятерка. Третий сканер бы прокачать. Жажда.
Ну, в принципе, как бы мы готовы к дальнейшему походу. С рудой мы более-менее разобрались. Можно уже потом ее перетаскивать, я так понимаю, в принтер. Посмотрим, как у нас тут. Все, жажда. Кислород. Смотрим в инвентаре, что у нас происходит. Ну, все у нас пока хорошо. Употребили. Угу. Теперь зарядка. Так, время вечер. В принципе, мы... Давайте посмотрим, в каком состоянии у нас батареи на дробилке. Угу. Плюс 36. Ну да. То есть на ночь этого хватит абсолютно. То есть можно ночью и днем тут разгружаться без проблем. Ну все, давайте так. Сделаем тогда, может быть, небольшой перерыв. И у нас, в общем-то, все хорошо. И готовимся к дальнему походу, к очередному. Вот таким планом. Ну все, всем пока-пока.